Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали на улице 32-летнюю местную жительницу Березняков. При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли весы, ложку и пакеты зиплок с порошкообразным веществом. Уже дома в ящике комода в ходе обыска были обнаружены еще 12 пакетов весом 488,5 грамм. Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством – амфетамин. В последнее время очень многие хотят наживы легких денег и считают, что распространение наркотиков – это легкие деньги, которые могут заработать. Но люди не думают о том, что последствия все равно рано или поздно наступят. Сотрудники полиции работают, и, конечно же, все равно они выявляют вот этих вот закладчиков, хранителей, сбытчиков наркотиков. Задержанная женщина пояснила, что хотела заработать легкие деньги на незаконном сбыте наркотиков. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.